В формате «Вопрос-ответ» в Серпухове состоялась первая в этом году выездная администрация. На вопросы жителей в молодежном центре «Патриот» ответили депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, глава Серпухова Сергей Никитенко, его заместители, руководители структурных подразделений и профильных ведомств городского округа. Обращения касались жилищной сферы, благоустройства придомовых территорий. По итогам встречи Сергей Никитенко поручил взять в работу наиболее сложные обращения с дальнейшим выездом на место.